Компания Amica Вронки уже более 60 лет создает бытовую технику уникального стиля. Основана в 1945 году, с тех пор компания ориентируется на постоянный рост. Это привело к целому ряду положительных изменений. Компания стала частной, дебютировала на фондовом рынке, разработала новую стратегию развития компании группы Amica и, в конце концов, достигла уровня производства в 1 миллион единиц кухонной техники всего за 10 месяцев. Весь процесс производства продукции Amica происходит в городе Вронки. Он основан на усовершенствованном дизайне, выполняется лучшими специалистами, с высочайшим уровнем точности и с использованием новейших технологий. За год в производстве используется 786 тонн эмалевой краски, что составляет 3900 баррелей. И 30 776 тонн листового металла, которые могли бы заполнить примерно 1282 грузовика. Также используется 7140 квадратных метров стекла, которое могло бы покрыть 94 полноразмерных футбольных поля. Каждый день около 2500 человек заняты на производстве. На сегодняшний день каждые 15 секунд одна кухонная плита сходит с конвейера на заводе во Вронках. Ежегодно на заводе во Вронках используется 14 192 мили проводов, что составляет 22 707 километров, а это более половины длины экватора Земли. Сейчас компания Amica является безусловным лидером по производству кухонного оборудования в Польше. Каждая вторая кухонная плита, которая продается в Польше, это плита бренда Amica. Еще компания Amica является наиболее узнаваемым брендом по производству всей бытовой техники в Польше. Продажи компании уверенно взлетели до 385 миллионов евро в 2013 году. Продукция Amica упрощает выполнение повседневных кухонных задач в более чем 40 странах мира. Среди них Франция, Англия, Дания, Германия. Сегодня компания Amica – это бренд мирового класса и уверенный лидер по производству кухонного оборудования, главной целью которого по-прежнему является создание бытовой техники уникального стиля для упрощения жизни на каждой кухне, даже самой маленькой.